Москве 17 декабря 2015 года один из ведущих российских интеграторов инфосистемы JET провел пресс-завтрак, в ходе которого были подведены итоги уходящего года в области информационной безопасности и представлен прогноз на следующий, 2016 год. По своему обыкновению, компания творчески подошла к оформлению мероприятия. В приглашении и в обстановке обыгрывались различные атрибуты киноиндустрии. Не обошлось и без новогодних элементов и теплых праздничных пожеланий. Но речь на мероприятии шла о довольно серьезных темах. Директор центра Алексей Гришин сообщил о том, что несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, проекты по обеспечению информационной безопасности пользуются в последние месяцы все большим спросом. Также он заинтриговал слушателей утверждением, что положение на российском рынке зарубежных решений в области информационной безопасности может резко измениться уже в ближайшие 2-3 года. Кризис прошлого года, он стал причиной, детонатором для того, что стало хорошо. Стало хорошо – это так серьезнейшее развитие отрасли информационной безопасности с точки зрения развития собственных продуктов. Если, например, в 2014 году мы говорили о том, что есть российские продукты, которые мы используем, и которые действительно зрелые, то количество этих продуктов стало значительно больше. Руководитель отдела консалтинга в Центре информационной безопасности Андрей Янкин сообщил, что популярность у клиентов набирает услуга сложных пентестов, то есть тестов на проникновение. То сегодня это запросы на защиту от высокотехнологичных и изощренных атак. При этом нередко слабым звеном становится сотрудник компании. Порой, к сожалению, готовые, руководствуясь разными мотивами, пособничать преступникам. Были случаи в нашей практике, когда только вот система разграничения доступа спасала компанию, даже не потому, что такой падки там, на 1000 рублей оказался сотрудник, а когда сотрудник действительно попадал в очень сложную ситуацию. То есть, например, у него там, ну, вплоть до того, что брали в заложники родственников. И только то, что он физически не имел возможности совершить нарушение, привело к тому, что нарушение, собственно, не происходило. Такие случаи, конечно, к счастью, штучные, но такое случается. Потому что куш велик, вопрос о миллионах рублей. И здесь эта организованная преступность, она действует как бы вполне в рамках своих обычных методов, довольно таких насильственных. Руководитель направления по борьбе с мошенничеством Центра информационной безопасности Алексей Сизов представил экспертную оценку потерь отечественного бизнеса от мошенничества. По данным, основанным на мнении экспертов и аналитиков рынка, официальной информации ЦБ и платежных систем, в 2015 году совокупный ущерб российских банков от инцидентов информационной безопасности составил около 9 миллиардов рублей. Алексей отметил и некоторые положительные тенденции. Так, за прошедший год доля успешных атак кибермошенников ощутимо снизилась. Те 9 миллиардов совокупно, о которых мы говорим, с нашей точки зрения, все-таки некая недооцененная сумма. Почему эта сумма недооценена? Потому что ни одному из банков, кредитно-финансовой организации не выгодно, точнее, там, нерационально разглашать полный объем хищений. На это есть несколько там объективных причин. Первое, там, если эта информация станет общедоступной, то может уменьшиться клиентская база, это объективные репутационные риски, снижение, собственно, объема бизнеса. До топовых компаний убытки по определенным, они уменьшились. Но все эти мошенники ушли в банки более низкие. И, там, очень часто, 2-3 года назад, я слышал от заказчика, что как-то у нас не воруют, наши клиенты не страдают. Сегодня эти заказчики стали обращаться в том числе в нашу компанию с конкретным риском, с конкретными случаями реализации. Кроме того, специалисты компании инфосистемы JET ответили журналистам на множество вопросов, а также рассказали о том, чего следует ожидать отрасли в 2016 году. Развитие российских продуктов через несколько лет будет естественным путем, а не искусственным на уровне законодательства, естественным путем вытеснять западных вендоров, когда появятся продукты, которые сравнимы, сопоставимы и конкурентоспособны. Вот не верю, что это будет 100% вымещение, но вот стремиться к половине, 50% это вот так очень благородно было бы для нас. И, ну так, наверное, очень оптимистично, тем не менее, хотелось бы. 16-й год, скорее всего, принесет нам больше случаев, связанных с сговорами различными. То есть эта тема стремительно растет интерес с точки зрения тестирования на вот по таким схемам, да, с использованием сговора и количество инцидентов. То есть, ну, это давно известная истина, то, что все средства защиты там обновляются каждый год, а человек не обновляется никогда, самое слабое звено. И сейчас злоумышленники как бы концентрируются на этом. Вот, ну, просто вал мы видим случаев, вал атак у наших клиентов, которые связаны с попыткой вот, взаимодействия, часто даже не обмана, а путем просто замотивировать как-то дополнительно, какой-то подкуп. Вот, я думаю, что в 2016 году на фоне достаточно сложной ситуации, там кризисы, не повышают зарплаты и так далее, возможности злоумышленников в этом направлении вырастут, и они не преминут ими воспользоваться.
Тема эффективных решений и мер для борьбы с киберпреступниками традиционно является одной из основных на Уральском форуме «Информационная безопасность банков». Восьмой по счету Уральский форум, главное мероприятие в мире информационной безопасности кредитно-финансовой сферы, состоится в феврале 2016 года в Республике Башкортостан. Здесь вновь соберутся ведущие российские специалисты по информационной безопасности банков, платежных систем и некредитных финансовых организаций. Среди тем обсуждения – новые технологии борьбы с киберпреступниками в финансовом секторе, безопасность систем платежных карт, вопросы нормативного регулирования отрасли и многое другое. Также в программе десятки докладов, дискуссии и дебаты, демонстрации новых решений в области информационной безопасности и яркий спортивный досуг. Спешите принять участие в наиболее профессиональном, представительном и самом зимнем мероприятии отрасли. Ждем вас на Урале!